Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы SoundRace. И сейчас я покажу вам, как настроить вибрацию и сигналы. Итак, зажимаем кнопочку посередине, то есть колесико. У нас открываются параметры, выбираем общие и выбираем сигналы. И теперь мы можем здесь выбрать сигналы, настроить, выключить сигналы кнопочек, либо все включить, либо все выключить. Также можем включить или выключить вибрацию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.